Две пятерки. 5 лет исполнилось конкурсу «Мама Люберчанка». В юбилейном состязании приняли участие 5 многодетных мам. Им предстояло рассказать зрителям о непростой профессии – быть матерью, а также покорить жюри творческими номерами. Кто же стал лучшей мамой Люберец, расскажет Анна Троян. Мы хотели тебя поздравить с днем мамы и приготовить тебе праздничный стол. Многодетная мама сегодня – это, пожалуй, Юлий Цезарь 21 века. Успеть сделать все домашние дела и каждому ребенку. Уделить должное внимание – задача не из легких. Однако в конкурсе талантов участницы показали, что способны на большее. На сцене театрализованные постановки, хореографические и вокальные номера. У нас 5 замечательных участниц, 5 замечательных мам. Сегодня в День матери. Они будут, так скажем, показывать свои лучшие навыки и качества, чтобы утвердиться в роли лучшей мамы городского округа Люберцы. Это у нас 5-я юбилейная программа. И как раз она совпала с Днем матери. В интеллектуальном поединке мамы-люберчанки один за одним дают правильные ответы. Смекалистые, умные и активные, изо всех сил зарабатывали баллы. Во многом участницам помогали их дети. У Нины Самсоновой их 4. На подмогу в конкурсе талантов к ним присоединился и папа большого семейства. Наш свадебный танец запомнился всем на нашей свадьбе, всем гостям и родственникам. И я очень давно хотела потанцевать на самом деле. И в многодетной семье, в многодетной маме, когда маленькие детки, очень сложно выделить на это время. И вот пришла такая мысль повторить наш кусочек нашего свадебного танца. Обаяние Нины и ее дружной семьи не оставило судейство равнодушными. По итогам конкурса Нина Самсонова стала миссис очарования. В составе жюри знатоки своего дела. Многодетная мама Елена Кончели, руководитель молодежных движений Борис Новиков и член сообщества «Мама офлайн» Наталья Муравьева. Любая мама уже победитель для своих деток, для своего мужа, для своей семьи. Действительно, знаю, что будет сложно. Будем стараться объективно оценивать по креативности. Да, по вот этому внутреннему, наверное, посылу. И, вероятно, внутренний посыл и безграничная лучезарность позволила стать победительницей матери 5 детей Юлии Власовой. Во всех состязаниях она достойно проявила себя. Вместе со старшей дочкой грациозно исполнила хореографический номер. Это полностью постановка моей дочки, которая мне подсказала, что как куда делать и как куда идти. Я не ожидала, я пришла просто поучаствовать. И то, что я заняла 1-е место, я реально не ожидала. Я так благодарна всем, мне так приятно, меня эмоции переполняют. Однако, несмотря на сумму баллов и исход конкурса, в этот раз победителей и проигравших не было. Для своих семей мамы-люберчанки, безусловно, лидеры. В завершении все участницы получили заслуженные призы, подарки и поздравления. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.